Здравствуйте, мои маленькие любители кино и не только. Сегодня я хотел с вами поделиться одним очень маленьким, небольшим таким секретом, который вот я лично узнал где-то 2 года назад, о том, как сделать черный свет на мониторе более черным. Это касается тех, у кого стоит видеокарта NVIDIA. Значит, для того, чтобы... Сейчас я объясню, станет понятно. Значит, для того, чтобы это сделать, нужно проделать следующую манипуляцию. Значит, мы нажимаем правой кнопкой, да, по рабочему столу и запускаем NVIDIA Control Panel. Вот. Дальше мы должны перейти вот во вкладку, в пункт «Видео» — «Adjust Video Color Settings». И для каждого монитора можно здесь выставить настройки. Значит, по умолчанию, не знаю, почему так делают, но тем не менее, да, вот по умолчанию здесь стоит ограниченный динамический диапазон от 16 до 235. И вот все, что нужно сделать, это поставить здесь Full, дальше нажать Apply. И черный цвет становится более черным. Сейчас вы это, конечно же, не заметили, но если у вас открыто несколько, там, скажем, вкладок там, с черным цветом, там, какой-то фильм, да, с Letterboxd, да, с этими черными полосками сверху и снизу, то эти изменения вы увидите сразу, это будет заметно глазу. Ну и для, естественно, для тех, кто монтирует, красит видео, это тоже очень полезно. То есть черный цвет становится более черным. Надеюсь, это помогло. Всем спасибо. До свидания.